Привет, зрители! Что сегодня сулят звезды? Ставим лайки и поехали! Овен, сегодня ваши мысли будут сосредоточены исключительно на одном человеке. Если вы до этого были поклонником кого-то другого, то ваше мнение резко изменилось после определенных событий. Телец, вы довольно гибкие и быстро приспосабливаетесь к новым обстоятельствам, что является очень хорошим качеством для вас и сможет привести вас к успеху. Вечер проведите в каком-то уютном месте, где вы чувствуете себя комфортно. Близнецы, сегодня ваше внимание полностью захватит какая-то вещь, которую вы сразу же захотите купить, или это мимолетный импульс. Обдумайте это прежде, чем совершать покупку, возможно, эта вещь вам не так и нужна. Рак, сегодня вы будете стремиться сделать что-то значимое. Потратьте немного времени, чтобы развиваться интеллектуально. Почитайте книжку, посмотрите фильм или заведите новое знакомство. Ну или встретитесь с другом, с которым вам всегда интересно общаться. Лев, не забывайте, что обмен должен быть равноценным. Это может быть как какая-то вещь или эмоциональный взаимообмен. Просто помните, что вы не можете только брать, нужно еще и отдавать, иначе вы останетесь совсем один. Сегодня не стоит совершать никаких крупных сделок. Дева, некоторое время вы были одержимы тем, что были правы в каком-то вопросе, а сегодня сама идея правильности вам будет казаться совсем скучной. Сегодня вы будете самым настоящим бунтарем. Весы, вы можете упустить какой-то важный знак, будьте внимательны к посланиям судьбы, и тогда у вас все получится. Скорпион, сегодня события, которые вы контролируете, буквально взорвутся в ваших руках. Обычно вас это пугает и сводит с ума, но конкретно в этой ситуации это вас обрадует. Стрелец, сегодня возьмите несколько выходных, чтобы отправиться в путешествие, к морю, в горы или просто на пикник. Вам необходимо время на природе, а не в шумной городской суете. К тому же, вам давно пора отдохнуть от работы. Козерог. Сегодня постарайтесь отпустить поводок контроля и дайте окружающим и себе больше свободы. Оторвитесь. Вам необходимо отпустить весь скопившийся в последнее время негатив и заменить его исключительно положительными эмоциями. Водолей. Отправляйтесь на природу или на пешую прогулку. Это поможет вам хорошо обдумать все, что в последнее время так тревожит, и вы найдете выход из ситуации. Рыбы. День идеально подходит для саморазвития. Вы легко усваиваете новую информацию, которая впоследствии может стать вам полезной в достижении целей. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт «Остроумно», странички в Instagram и Facebook. Ссылки в описании.